Все, идем наверх. Да, давай. Ксюша, ты вообще круто. А, вот это диско. Давайте. Так, мы капризничаем, видите? Нам 2 годика. Боюсь, ты что делаешь? Что у нее там? А, у тебя мячик. Ой, какой. Она его не проткнет случайно? Вонь. Это чей такой мячик красивый? Твой? А, Бонюсь. Оп, оп. Каучуковый, резиновый. Опа! Всем привет, доброе утро. Маргоша утром уже встала, делает уроки. Математику? Уроки задали. Раз учитель у нас не приходит в школу. Учитель на больничном. Так что уроки никто не отменял, да? Сколько у тебя уроков? Много? Много. А телефон? Она завтра, наверное, тоже не придет. Ну да, даже если она и если у нее не коронавирус, то она все равно должна выздороветь. Ну, будем надеяться. Давай, занимайся. Давай, смотри. Давай. С чемпиончиком. Помнишь, у нас же были 3? Да. У нас сейчас только 2. Угу. Опять решать надо. Тебе еще не дали результат твоего теста? Нет, он уже болеет. А, понятно. Ну, давай. Девчонки в школе. Мы дома. Ребят, я сейчас создаю новые плейлисты. В общем, все хочу организовать, чтобы вы не искали какие-то определенные видео, там, например, Испания, да, у нас там, чтобы вы сразу же зашли в наши плейлисты и там, допустим, сразу увидели, да, вот, например, Испания 2018 год. Вот я сейчас хочу рассортировать все. Вот, 2019 год, вот видите, 2018, 2019. Я хочу раскидать все по плейлистам, чтобы вам не приходилось вот это все прокручивать, все эти видео. Поэтому, кто еще не смотрел, а может быть, кто-то еще раз хочет посмотреть, то можете зайти к нам в плейлисты, и там будет все по папочкам, да, так сказать. Так, мы уже собираемся потихоньку. Маргарита берет вещи. Она уже в этот раз возьмет немножко другие. Вот эти, ты вот эти не брала, к ним что-нибудь подбери. А или что? Нет? Ты вот эти брала? Не знаю, если там что-то нет, не брала. Не брала? А шорты каким? Ты шорты не брала, да? Нет, шорты не брала. Нету таких шорт, которые можно. Платье! Там пляж и платье. Какое? Ну только не вот это желтое. Вот. Так, все, садимся. 4, 5, 6. Угу. Ксюш, к себе, пожалуйста, это мое место. Так, маски обязательно. А ты знаешь, масочки. Ты можешь так назад? Да, могу так, выходи, Сильно, давай. Мы опаздываем, да. Да. Так, мы уже почти приехали. Осталось совсем чуть-чуть. Я обожаю эти здания. Да, красивые, да, офисные. Ух ты, часики какие. Церковь? Похоже, да, чем-то? Да. Которая у нас там в Люцерне была. Тоже церковь. Бом-бом. Мы почти приехали. Но мы уже опаздываем. Уже вообще-то 7 часов. О-о, опаздывать нельзя? Мы дошли наконец-то. Сейчас туда по лестнице пойдем. Круто. Все, идем наверх. Угу, тут занято. Sweet honey.
Макси, иди вот это. Давай, прыгай. Раз, два, три. Макс, прыгай давай. Давай, прыгай. Давай, быстрее прыгай. Вау, круто! Вот это диско! Так, следующее. Мы не взяли маркеры. Повесим? А мы забыли маркеры взять. Здесь есть. Я делаю тикток. Маргарита. Ты что пишешь? Ой, Макс, ты меня сбиваешь. Смотрите, сколько здесь писали. Все исписано. Я Марго, но я тебе. Так, идем дальше. Тут можно заблудиться, вот тут тоже можно. Wheel of Fortuna. Так, заходим. Пора. Я даже не помню ничего. Ну, травись. Так. А, это слоники, слоники. Красиво. Love Green. Oh, я Love Green. Эти комнаты даже больше, чем моя комната. Это переодевалка. А, это раздевалка, Лео. Диско, опять диско. Дальше. Как жарко, как жарко. Color you up your life. Мы же были, да? Color up your life. Но, Лео, окей. Это то же самое, да, мы тут были. Мы... Тут заблудиться можно, ё-моё. Вау. Так, мы сейчас будем путешествовать, да? Чемоданчики. Так, переодеваемся или что? Зачем? Не, я не буду переодеваться, я тоже не буду. Вау! Во. Все зелененько. Перфекто. И ahora el otro rápido. Давайте. Я уже приходила, а лица на слово. Hello. Да, потом вместе все. Песенки петь с микрофоном. Вау! Кто у нас певица, кто у нас поет? Давай. Какую песню? Sandwich Love. Sandwich Love? Сестричка. Давай, пой. А что с микрофоном? Билли Айлиш, пой, его погрызли немножко. From the time, think it's trying to pick a flame. О, тут цвета еще меняют. Пойдем туда, там прикольно, пошли. Вау, вот это, да. Ух ты. Thank you.
пропали. Я тут не буду. Футболки, Макс, тебе не холодно зимой? Тёну и сой не он. Вот и, а я? Ну, давай кизать его на телефон. Ой, холодно. Это где Маргарита фотографировалась? Да, давай садись туда. Опа. Да, ты сзади, сзади не было. Все, Макс, отходи. Да, давай. Ух ты, лесочек. Это лесок. Да, даже запах леса. Смотрите. Мы попали в лес. И птички поют. Фу, там воняет. Там воняет. Это елочками пахнет. Елочками пахнет. Это как в космосе. Тут целая комната шариков. Сейчас свет поменяю. Все розовое. Вау, круто. Ничего себе. Кайло. Вот, смотри. Мамира, надо. Сейчас быстрее. Давай быстрее. Хочу делать фото. Денежки сыпятся, денежки, денежки. Так, быстро зашли, быстро вышли, у нас мало времени. The stage. Там не он, да? А, вот пляж, он же был, должен же был пляж, пляж. Давайте пляж. Да, давай переодевайся. Песочек. Только не кидай песок. Спасатель. Надо было купальник взять с собой. Так, все, вроде закончили. Что-то так быстро. Идем сюда. Еще одна? Да, мы здесь были. По-моему, мы уже везде, да, побывали. Какие еще комнаты должны быть? Вот сюда, Фетик, мы уже везде были. А я тогда сопрос. И с ней, но ты ты что узко. Мы с ним же убирал к себе. А Юна какие нас любимые? Давайте отдохнем пока. Две минутки, давай, прыгай. Раз, два, три. Я уже устала. Еще были розовые же шарики. Вон она, смотри где. Нет, Каролиночка, я не буду прыгать, сама прыгай. Так, мы решили зайти. Папа зашел в магазин Мигролино. Мы очень сильно хотим пить. Да? И есть. Красивые домики здесь. Центр города, в общем. Но мы уже привыкли к этому, к нашему пригороду, к нашей деревне, можно так сказать. Что для нас это так шумно, здесь так людно, здесь столько людей, столько народу, что нам непривычно. Да? Устали. Все, садимся. Еще по полу постучи ножками. Ножками потопай. Да. Вот так мы капризничаем, видите? Нам 2 годика. Ехали дети. Кто? Ксюша спит, да, как всегда? Нет? Нагулялись что-то. Сегодня допоздна. Завтра школа. Рано утром. Ксюнь? Ксюник, проснись. Немножечко поснимали там в лайки, в ТикТок. Ну что, ну, тебе понравилось? Прикольно? Мне тоже понравилось. Но это все так быстро, да? Времени тем более. Ну просто нас так много человек, поэтому пока всех перефотографируешь.
пока это очень много времени уходит. И хочешь снять видео, хочешь сфотографироваться, да, хочешь и так, и так, время и так. Идет так. Да, получается на каждую комнату где-то, ну, минут так вот, да, меньше даже 10 минут, чтобы успеть. Ну, мы в некоторые просто заходили, как бы даже вот где елочки мы не сфотографировались. Вот, буду монтировать завтра, уже утром, поэтому будем ложиться спать, отдыхать. Каникулы. Да, через неделю, через следующую, через полторы недели будут каникулы. Девчонок, ура! Так что вот так вот. Королевная кепочка. Ладно, все, спокойной ночи. Всем пока. Всем пока.